G7 призвали Киев обновить состав ЦИК. Послы «семерки» поприветствовали принятие в первом чтении проекта избирательного кодекса. Послы стран «Большой семерки» G7 призвали Украину к обновлению состава Центральной избирательной комиссии в 2017 году путем назначения членов ведомства на те 13 должностей, срок пребывания на которых исчерпан. Об этом сообщили в представительстве Евросоюза в Украине в среду, 15 ноября. Это позволит создать политически сбалансированную избирательную комиссию с мощными долговременными полномочиями, работать при поддержке осовремененного механизма организации избирательного процесса, говорится в сообщении. Евродипломаты также отметили, что настало время для проведения избирательной реформы, чтобы обеспечить, по крайней мере, год для ее внедрения перед выборами 2019 года. В заявлении также приветствуется принятие Верховной Радой в первом чтении проекта избирательного кодекса. Напомним, Кабинет министров выделил 12,9 миллионов гривен Центральной избирательной комиссии для проведения местных выборов в 2017 году, по материалам сайта newsgro.com.